Нужно быть осторожнее. Что за напасть? Бдительности. Чеку. Тебе конец. Стреляйте в крысу. Вы же учили Климу. Станешь кровавым орлом. Shoot him!
будет последним? Yeah!
Portazione fan de anyway, yeah?
хорошо. Покажи, что там впереди. Ха-ха.
Запасов хватит на 100 лун. Так что жизнь у вас будет сытая. Но, отец, ты не так уж и болен. Болен, увы. Норны послали мне не один знак. Скоро я умру, и топор, что передается от отца к сыну, перейдет к тебе. Я чувствую запах рыбы. Богатый улов, похоже. Получишь за него много серебра. Повезло. В тебе ощущается дух настоящего дрэнга. Я тоже дрэнг. В одеждах рыбака? Ты прячешься от кого-то или хочешь защитить близких? В моей жизни много чего было. Даже Рагнар Лодброк когда-то был землепашцем. Он часто завидовал мне. Ты был в великом войске Рагнара? Да. Здесь, в Англии, земля так плодородна, что на ней растет все, что душе угодно. А вода кишит рыбой. Я встретил тут женщину из саксов, Этельсвик, и мы славно зажили вместе. Ракушки здесь лучшие в Англии. Я должен показать сыну, что значит быть дрэнгом. И умереть с честью. Я уважаю такое желание. На глазах у сына. Хочу поговорить с ним перед смертью. Умирать от болезни недостойно для его отца. Я сражусь с тобой. Мы покажем мальчику, что значит быть дрэнгом. Ты слышал, сын? Сегодня ты увидишь цвет крови своего отца, цвет отваги и чести, что превыше всего. Оружие любое! Мы дрэнги!
Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Тебе конец!
Ты с ним
расплатишься кровью! Гляди в оба! Thank you.
статуи три больших щели. Для чего они? Для ножей? Может, кинжалов? Huh?
Что ты видишь? Столько злобы. Этот край кто-то проклял.